12 квітня весь світ відзначає День авіації та космонавтики. Пам'ятну дату присвячено першому польоту людини в космос. Святом День космонавтики став у 1962 році, а міжнародного статусу набув за 6 років потому, у 68-му. До речі, з 2011-го має ще одну назву – Міжнародний день польоту людини в космос. Дніпро зажив славу космічної столиці України. Майже до кінця минулого століття місто було закритим. На Південному машинобудівному заводі виробляли ракети. Чи має шанс відновити колишню славу і стати космічною столицею зараз? Та які маємо перспективи? На цю тему поговоримо з гостем нашої студії, редактором газети «Конструкторське бюро «Конструктор» Анатолієм Кармановим. Анатолій Васильович, мої вітання. Ну, мабуть, перше і головне запитання. Що для вас 12 квітня – свято, і як ви його відзначаєте завжди? Ну, для нас день 12 апреля – це праздник наш професіональний, день работников, вообще он еще называется, кроме Дня космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины. Ну, честно вам скажу, что мы этот день отмечаем ударным трудом. У нас то, что Днепропетровск является космической столицей, и он не утратил этого звания, и я думаю, что, наверное, всегда так будет, что он будет космической столицей Украины. Ну, подтверждение этому хотя бы такой яркий факт, что в нашем Днепропетровском городском совете сегодня открылась выставка тематическая «Марсианская поверхность рядом». Ну, хотя она и не привязана так конкретно к конструкторскому бюро «Южное», но все-таки я считаю, что наши городские власти знают об этом празднике и его таким образом отмечают. То, что мы являемся космической столицей, говорит и тот факт, что у нас около облагоадминистрации установлены не макеты, а настоящие ракеты, которые, ну, в принципе, могли бы и взлететь в космос, если бы была потребность. Ну, это, так сказать, фасад. А им доказательством таким материальным, то, что Днепропетровск является космической столицей Украины, является те достижения, те разработки, которые мы проводим и в настоящее время. Ну, то, что у нас, вот я хотел бы сделать такое еще маленькое замечание, что у нас как-то очень часто путают Южмаш и КБ Южное. Это совершенно разные две организации. Мы разрабатываем ракеты, отрабатываем, а потом передаем всю документацию, отработанную уже на Южный машиностроительный завод, который изготавливает серийно эти изделия. И вот говорят, ой, это что КБ Южное, что там, а не КБ, все, говорят, Южмаш, вы же уже давно почти не работаете. Ну, действительно, если говорить открыто, то у Южмаша, конечно, сейчас положение не очень завидное, но пока они так выходят на... Ну вот не могу не спросить, и уверен, что по ту сторону экрана сотни, а может быть и тысячи зрителей задают этот вопрос вам. Почему государство умудрилось вот гигант расшатать, развалить и, по сути дела, поставить на колени? Вопрос очень сложный. Ну, видите, ну, я могу больше отвечать не за Южмаш, а за КБ Южное. Вот то, что КБ Южное работает успешно, говорят хотя бы вот такой факт. В 2017 году мы перечислили в различные фонды, бюджеты, налогов, различных отчислений 484 миллиона. А государство мы получили в качестве заказов 44,7 миллиона. То есть даже не в 10, а в 11 раз мы больше перечислили государству, чем мы получили от... Ну, я хочу вам сказать, что это еще зависит от эффективности руководства, от менеджмента. В КБ Южное на очень высоком уровне менеджмент. Мы очень много... Ну, у нас практически 94%, по-моему, мы работаем с иностранными заказчиками. Если говорить о иностранных заказчиках, и среди них Россия, какое место занимает? Россия сейчас, честно говоря, никакое. Ну вот косвенно якобы так мы будем соприкасаться с Россией, так как проект «Морской старт» сейчас перешел в S7, да,
владелец, который россиянин. Ну, а заказов как таковых мы уже давно не выполняем, и никаких контактов нет. Они там, кстати, на нас, как бы так проще сказать, обиделись за то, что мы прекратили продлять им сроки эксплуатации ракеты «Сатана», которая стоит у них на боевом дежурстве. Но было решение с НБО о том, что прекратить всякие контакты военной области. Мы выполняем решение. Давайте поговорим о такой проблеме, достаточно серьезной, как отток талантливой молодежи. Есть такое понятие? Для КБЮ, я считаю, практически нет этого понятия, потому что у нас средний возраст работающих сейчас 45,6 года. И количество молодых работников, ну, мы считаем, до 35 лет молодой работник, у нас ровно 1/3. Вот у нас сейчас 5400 человек, ну, где-то в этих пределах, и где-то 1860 у нас молодых работников. То есть у нас, ну, проблемы в этом. Давайте нет. поговорим да, о перспективах. То есть вот 2018, далеко заглядывать не будем, ну, 2018-2025, вот как вы видите? Ну, честно говоря, у нас были большие надежды на проект с Бразилией «Циклон-4». Мы, в принципе, уже начали изготавливать первую летную ракету, уже провели очень много испытаний, очень много было новшеств введено. Но по независимым от нас причинам проект был прекращен. Но мы руки не опустили. У нас сейчас мы как бы перенацелились, и сейчас у нас основной проект ракеты космического назначения — это проект «Циклон-4М». И тут уже идет как бы более совершенный как бы шаг вперед. Если «Циклон-4» был на, ну, так сказать, на ядовитых компонентах топлива, то «Циклон-4М» уже будет на компонентах, которые не токсичны. Проблемы. И вот давайте, знаете, в каждый день рождения не хочется говорить там, о плохом, но тем не менее, 364 дня в году они существуют, эти проблемы. И тогда уже никто не поздравляет, не жмет руку, не вручает грамоты, еще что-то. Вот назовите базовые проблемы для КБ «Южная». Ну, я затрудняюсь сказать, какие базовые проблемы. Проблема, ну, первая проблема у нас — это, конечно, государственный заказ от Министерства обороны. Хотя все время говорят, с 2008 года у нас был эскизный проект, защищенный по проекту «Сапсан». Потом, вы знаете, кто стоял у руля Министерства обороны, все это дело тянули, сказали, что ой, вы сколько там, несколько тонн бумаги произвели и больше ничего. Хотя у нас отработка была полная. Проблемы, ну, мы стараемся как бы проблемы решать по ходу их поступления. Вот на заводе раньше был цех 70, который изготавливал и испытывал космические аппараты. Мое первое место работы — цех 70, ну, в 93-м году. Да, вот его закрыли сейчас. И мы, ну, как бы, ну, закрыли, так закрыли. Мы сейчас делаем, идут строительные работы, и, ну, пока надежда, что мы где-то в июне, то есть в первом полугодии, все будет завершено. И мы начнем там собирать уже на территории КБЮ, уже само КБЮ самостоятельно начнем собирать космические аппараты. То есть, ну, проблемы возникают, конечно, каждый день. Но блиц вопрос. КБ «Южному» при каком президенте Украины жилось более всего комфортно? Кто уделял больше всего внимания? Ну, если честно, мы не очень были избалованы вниманием любого президента. Да, да, да. Ну, хотелось, ну, бы, хотя бы... Это возможно, возможно, что не избалованы, хотя бы то, что получалось в итоге. Что нам как не выделяли деньги в достаточном количестве, как не было госзаказов, так и нет. Ну, конечно, при Леониде Даниловиче больше внимания было. Дякую. Я вітаю вас зі святом і всіх, хто працює і на Південмаші, і в КБ «Южному». Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях був редактор газети «Конструкторське бюро «Конструктор» Анатолій Карманов.